играем с Прохой. Давайте сыграем Гамбит Гельмана. Это Гамбит Гельман? Что такое? Он так не играл. Это... Или играл? Так. Почему ему Гельмана всякие сраные Гамбиты называют? Моим именем ни одного безумного гамбита еще названо не было. Честно говоря, доволен. Они будут позиционную игру скучную называть. Тухло. Размен Петрова. Гениальный ход конь А4. Да ладно, но я вот не видел Гельмана такого количества жертв в одной партии, как вот у меня, например, вот в этой вот конкурсе. Нет, да. Бывает весело иногда. Ну ничего, ну ничего. Ты тоже атакующий играешь, но более академически. Чего не на C6-то? Так, зачем? А, ты не сходил еще? Извини. Все, играйте там дальше. Тогда. Так, ладно. Я вам передал отличную позицию. Все фигуры в игре. Шесть не зеваем, а? Резеваем. Зеваем на 6, СБ-2. Я, по-моему, передал атакующую позицию вообще. Он не может с ней 2 пойти теперь. Да, неплохой ход, Владимир, живусь. Yes. Первый за вечер. Куни 4 не рассматривал, да? Нет. Это плохо. Так, даже это не рассматривал. Ну, я думаю, ничего страшного не будет, если я так пойду. А на Б3? А, на Б3 конь Е5 может быть. На Б3 это ж слабый ход. Конь Е5 тем более. Почему слабый? Ну, в смысле, может и слабый, но это не так легко. Ферзь Е5 в каких-то вариантах. Ну, конь Е5 я не видел, но я начинал думать над тем, как коня прогнать. Возможно, я придумал бы ферзь Е5. А почему не слоном-то взять? Ладно, один висит ладейка. После ферзь, если ферзь Е2 будет, слон C3, слон C3 нельзя играть. Слон C3 нельзя, потому что слон B4. Ой, ферзь C3 нельзя играть. Кирилл параллельно другую партию смотрит явно. Не, ну, ферзь C3, слон B4. Шах королю. А, понятно. Опять он сдался. Давай, может, следующий с ним. Мы нашли наконец-то шахматиста, которого даже с нашей бездарной игрой можем обыграть. Десятиходовки с Прохой. Кстати, это вроде нормальный вариант. Так. Эй, ты видел, мы недавно... Точнее, Кирилл меня заставил играть королевский. Так, это я тактику 2-2. Хорошо. А как играть все, я... 2-0. 2-0, конь C3. И привет. Слон, ну, ферзь C2 сходи. Я слышал, что в таких позициях надо бить слоном на D5, и потом играть 2-0. Вот на полном серьезе. То есть выглядит, конечно, глупо, но... Идея в том, что потом как-то к пешке F4 привязываются. Но я не специалист в королевском гамбите, что уж тут говорить. Поэтому не могу говорить наверняка. Стоп, я конь G5, слон F4 не проходит, такая фигня. А в чем прикол? Ну там типа координация нарушается. Попробуй конь G5. Ну, хорошо. Координация нарушается. Все, играйте. А есть, блин, о боже. Нам опять не дали мат в один ход. Ролик только испортит. Слон C7, давай уже теперь. Ну хватит, Никит, дай поиграть. Слон C7, что, нормальный ход? Не подсказывай мне больше, хочу играть и развиваться. Становиться лучше. Как не только что, я только шимат в один ход, Дим. Я не хочу быть твоей собакой. Которую ты говоришь, ферзь H4, она ферзь H4. Я хочу самостоятельным шахматистом быть, поэтому я буду зевать пешки. Почему ты допустил 2-0? Да потому что ты меня выбесил сказками. Можно сначала же было дать шах на Е2, а потом сыграть так. Было бы в 500 раз сильнее. Все, за это тебе плохую позицию оставлю. Хорошо. Да нет, даже эта позиция хорошая, если честно. Ты недостаточно хорошо постарался. Это еще не все. Мои ходы не закончились. Так, ладно. Ну, чтоб конь ушел. Глубокая идея. Так. Ладей не хочется менять. Почему? Я предлагаю... Конь C7, да. В случае того, что не хочется менять ладей, пойти ладья А1. Надо сохранить больше фигур на доске.
Ладно, ладья d1. Я пошутил, куда f4 нормальный ход был. Ладно, я идею придумал, я пешку даю вот только. А вот куда f4, по-моему, неплохая идея была. Там как-то опять координация нарушается, как в тот раз. Достал свои координации. У тебя нам сейчас опять мат дадут после конь f4 в один ход. И пешка идет. Но правда e5 поле ослабляется. Давай, найди вот здесь точный ход. Так. Блин, за это сказал. Сейчас да, минус. Ты уже его нашел. Информация. Горностаев Прохор Николаевич. Не спишь даже. Пороха. Прям так называем десятикодовки с порохой. А в чем тонкость хода? Трудно сказать. Выглядел хорошо. А сколько о нем есть? Там все, играйте, я домой пошел. Давай. А, стоп, подходы, Никита-то. Я думал, опять подсказать пошли. Опаснейшая проходная D. Теперь конь стремится на e7. Он уже никуда он не стремится. Ну, очень даже стремится как раз. Мы по-прежнему без фигуры. Ну, вообще, да, то есть после ферзи e6 вот ничего не изменилось. Под молодью можем съесть, но кого это волнует? Ну, там будем без качества. Да все, уже конец, видимо. Уже надо много материала черного давать. В лучшем случае качественный. И наконец-то мы сможем поменять ферзей. Да господи, зачем? Сам будешь это сказать. Ладья d8. Привет. Ну, на ферзь g3 аж, кстати, те же самые идеи, понятное дело, работали. На всякий случай пойти. Ну зачем ты меняешь? Да, да. Ты был уверен, что он пойдет слон b6? Слон c5. Ну, хочется шаг дать при смерти. Не прав. Прохор сдался. Следующий с Прохой. Не дождался того, как я сыграю ферзь g7 и уроню флаг. Так, ладно, надо что-нибудь еще придумать. f5. Так. f6. Один мой знакомый очень сильный блицор играл в серьезных турнирах, ну, в серьезных блиц-турнирах на e4 c5 и на коне f3 f5. С идеей на Еф ответить коня в 6. Добивался отличных результатов. Какой он молодец, а? Серьезный блиц-турнир мне понравился. Правда? Ну, чемпионат России до 20 по блиц. Так. Ну, давай, ферзь c8, ферзь h5. Это же развлечение после основного чемпионата. Нет. Ну да, но хотя бы какой-то статус у него есть. Нормально, нормально, ход же классный. Да, да, хороший ход был. Проблем у него сразу. Какой-то. А, ну после конь d2 по-хорошему никаких проблем не было вообще. Да. Ну все равно. Найти еще. А, все, моих нет. Петины ходы. Да, Петин. Ферзь e8, что, отличный же ход. Никита, не подсказывай мне больше. Сейчас мы пожертвуем как-нибудь фигуру, а что и ферзь h5 в стиле Кирилла и. Все, мат. Как вам план? Он не пойдет h3. Ну, тогда он дивнет слон h2, слон e2 и останется без всего. А если ладья e1, то конь e4, там все зависло тоже. Вообще белым уже не так легко защищаться, по-моему. А все потому что дебюта. То есть надо уже играть h3, слон h3, допускать и надеяться на лучшее. Видимо, ничего хорошего там нету. Надеяться все равно можно. Конь g4? Угроза. Ну как-то да, конь g4, конь e4. Конь e4, конечно, не надо. Не, ну если сейчас белые ничего не сделают, то да, конь g4 выигрывает. Попытается как-то дернуться, но... А можно дать вечный шаг. А цель наша зайти вечный шаг, вот и пиздец. Вечный шаг с Прохой. Ну побить он. А, нельзя, да, да. Ну, конечно. Ну, вот он молодец, видимо, нашел одну из немногих идей, которая позволяет сразу не загнуться.
Так а что мешает пойти там конь e4, ой, конь e5, d, слон e5. Ничего, Петя думает. Ну там потом в конце слон d6, слон на c5 куда-то идет, видимо. Должно быть как-то выиграно все-таки. А, хотя ладья f3, не... а ладья f3, слон c5. Нет, должно быть. Здесь на шах есть брох. Не, ну шах на g3, h3 всегда будет, да. Ну а если сходить конь e4? Не 4, надо побил слон g4 там. Да, Петь, много думаем. Вот ты думал уже 27 секунд. Я что, весь на шаг сделаем? Сейчас еще секундочку. Весь на шаг спрох. Ладно, по-моему, другого не видно. Блять, ой. Могли 40 секунд назад. Так что вечный шаг-то? Слон d6 пойти, почему нет? Не, ну я про то, что если совсем плохо, то можно вечно шаг. Ну да, ну, игровая позиция. Уже не игровая. Была и давай. Как ходить сейчас? Никак, мат. Чем трафик g3 и все. Думал, я зевнул что-то. Нет, не игровая, потому что он все зевнул. Я понял уже. Я просто пытался найти куда крайне. А там не факт, что так, там ему не так просто. То есть надо было наиграть конь f3, но слон c5, конь d4, конь e4 тогда. И все фигуры как-то заходят. Теперь g3 приехали. Мат, следующий ход. Да ладно, какой мат, какой-то ж один час будет. Ну и что? Прох он сдается, еще с прох играем. Бесконечный маньяк какой-то. Прохома, ничего. Я не про него. Так, чем сейчас еще какой-нибудь дебют придумаем. Да стой, отстань своим королевским. Так, ладно. Всех же 5, это атака какого-то Вайварда или как это называется. Да. Давай. Я думаю, что Павел Николайчук будет доволен нами. Может быть. Так он не хочет играть плохо. Он, да, он обиделся на этот ход. Я бы тоже обиделся. Плохо покинул. Обратите внимание, атака Вайварда приносит свои плоды. Прохор вообще очень достойный. Он, во-первых, ходы хорошие подумал. Во-вторых, такой гордый сдался, стоит 5. Ну ладно, всем спасибо за внимание.